Вчера солдаты 115-го зенитного ракетного полка под руководством опытного командира Олега Коновалова вернулись с оперативно-тактических учений на родину. На протяжении нескольких недель в Астраханской области на военном полигоне «Шелук» защитники небесных рубежей по-настоящему боролись за звание лучших и представили свой полк на высоком уровне. Отработка таких боевых задач в морально и физически трудных условиях – контрольный экзамен для военнослужащих. Единственное место, где мы можем отработать те вопросы, которыми занимаемся ежедневно. Это боевая стрельба, это очень ответственное мероприятие, которое требует от каждого военнослужащего из состава расчета проявить все свои профессиональные качества, свои умения. Пограничникам неба предстояло проявить себя во многих испытаниях. Упорные и продуктивные тренировки стали основой хороших результатов. Военнослужащие показали высший пилотаж. Они справились со всеми поставленными боевыми задачами, даже несмотря на климатические условия. Нам поставлена была задача впервые в истории суверенной Республики Беларуси совершить пуски сходу. То есть мы должны были после смены позиции развернуться и после этого провести разведку и уничтожить все назначенные для нас цели. Никто еще в истории Республики Беларусь такую задачу не совершал. Но мы, тем не менее, с этой задачей успешно справились. Вот, и поразили все мишени, которые для нас были назначены. Они достойно выступили на учениях, в очередной раз доказав, что 115-му зенитному ракетному полку по силам решать новые задачи. Ни техника, ни личный состав дивизиона нас не подвели, и мы готовы защищать Брестскую землю нашим подразделением. Вот, в воздушном пространстве мы не допустим, чтобы какие-то нарушители нарушили нашу государственную границу. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.